Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Фурис. Вы попросили, я играю. Современный день за Индию. Почему же не было продолжения за Балкан? У меня почему-то не монтируется все в Sony Vegas. Поэтому есть такая проблема. То, что ролика, возможно, не будет по второй части, так как я там на долгое время отходил от компа, поэтому я не думаю, что его надо вылаживать без монтажа. Ну ладно. Значит, сейчас я еще раз проверю запись, как бы. У меня не работает таб. Ну, вроде бы звук есть, все есть. Так, начинаем играть. Индия. Очень интересно, думаю, будет. Значит, наша цель, я не знаю наших целей, так как нам ее не написали. Давайте будет завоевание Пакистана, Непала, вот этих вот стран, короче, вот тут. Вот это вот, вот тут с Мьямой кто-то воюет, то есть, ну, Ва какой-то, вот, короче, вот их мы завоюем. О, Индия, прикольно. И Шри-Ланку. Кстати, здесь есть Мальдивы, да, Мальдивы — это отдельное государство, сама об этом недавно узнал. Вот, поэтому ладно. Ну, погнали, современный день. Начали мы с вами играть. Давайте выложим, ой, не выложим, а поставим налоги и технологический уровень. Что у нас стоит? Во, все. Так, парламентская республика. Ну, доходы от налогов, как бы, это самое мощное, да. Поэтому вкачиваем его, у нас останется еще 50 очков, и 50 очков мы вложим в содержание армии, так как, я думаю, мы будем воевать с вами много. Вот. И что, сейчас утро, я, как обычно, снимаю утром, поэтому я, возможно, буду немного сонный. Значит, это что? Это нам нужен Китайская Народная Республика. Понял, все, не формируем это. Так. Да, мы точно это формировать не будем. Хорошо. 1,5 лям. Думаю, будем сейчас завоевывать что? Шри-Ланку. Здесь есть сухопутная граница, это самое лучшее. Здесь мы расформируем армию в Дели. Я думал, столица Нью-Дели, ну ладно. Ага, значит, пропускаем ход. У нас он, как обычно, в первые ходы идут очень долго. Как бы, потому что, вот. У Китая там где-то, может, 4, может, 15 даже лямов. Не, 15 лямов у него экономика, ладно. Доход у него... плюс-минус 2-3 ляма, как бы, ну, против него воевать, это глупость, я бы сказал. А Россия, что, кстати, Россия очень долго завоевывает, даже если мы ее сможем завоевать. А, второе место, ну, я понял, ладно, нет. А, ну, тут уже, как бы, 5 ходов, и все, как бы, этих стран уже нету. Ладно, так, 6 лямов нам вполне хватит. Это не как Болгария, где доход у нее 300 тысяч где-то. Хотя нет, там у нас не 300 тысяч. Что-то забыл, сколько там было, ну ладно. Формируем большую армию, как бы. У меня как-то мышка очень как-то неправильно идет. Как-то сенса странно. Какой-то звук сейчас был, ладно. Так вот. Я даже, наверное, ляма не потратил на эти войска. Ну, 100 тысяч, я не думаю, то, что нам не хватит, как бы, на Шри-Ланку. 400 тысяч у нее всего экономики. Погнали. Да, что у меня однозначно с мышкой. Вот, поэтому ладно. Неплохо. Так, 4 тысячи ударило, хорошо. Ну, нехорошо, но ладно. Какие же ужасные вот. А нельзя было нормально обвести, типа, я не понимаю. Провку как-то, ну, не знаю. Знаю, ладно. О, прекрасно. Шри-Ланка наша, в принципе. Там у них кризис какой-то, поэтому мы по-быстрому забираем. А, ну, 2012 год, тогда вроде бы кризиса нету. Ну, ладно. Ничего. У нас будет. Так, мы уже топ-3. Меня это уже радует. Так, следующий у нас идет, думаю. Да, я тап открыть не могу, сори. Это у нас Бангладеш или же... Да, Бангладеш. У нас идет Бангладеш, в принципе. Ну, у него огромная граница какая-то, я не знаю. Ну, ладно, в принципе, это будет изи с нашими-то войсками. Вот, поэтому, да. Это сейчас мы все вот сюда кидаем. А, значит,
кстати, как-то нормально призвал. Да, вообще прекрасно, думаю. Значит, с неоднозначным не то. Так, а что? Давайте еще здесь призовем. Продолжим призывать, как бы, да ё-моё. Она просто почему-то не дотягивается до этой, ладно, Калькута. Да. Все как бы. Это изи война будет. Да что у меня? Сори, пацаны, что такие технические шоколадки у меня, но я не виноват. Для вас же ролик надо снимать. Так, идем мы как бы, да? идем мы с пятачком большой сильный. Или что там, как там поется? Подскажите в комментариях. 10 завоеванных провинций, прекрасно. Теперь мы получили здесь выход к морю, как бы. Мне это уже нравится прям дико, поэтому... А, у нас инфляция пошла. Так, ладно. Оставим на потом. Все идут в Калькуту с нами. Не с нами, а с вами. Короче, все идут в Калькуту. А по поводу инфляции, сейчас мы с ней будем справляться при помощи... При помощи исследований. Сейчас они... По морю пойдут, у меня минус просто, экономика прям в жопу пойдет. Не, а мы все равно идем в плюс, кстати. Нет, нам надо в минус идти на 100 тысяч где-то, 200, этого вполне хватит. Подождите, а что если поставить 100, сколько это будет? Это 900 тысяч. Ух, пацаны, это мало. Так, я, наверное, в микрофон дунул, сори. Ассимилируем. Следующее у нас, думаю, пойдет это... Что? Она выиграла? Кого? Я вообще не видел, чтобы она когда-нибудь выигрывала здесь. Охренеть. Ну, поздравим Афганистан, как бы, с победой террористической организации на ее территории. Осуждаю, кстати, талибов. Пакистан. Ну, Пакистан, он такой, знаете, не такой уж и сильный, поэтому можно его, да. 100 тысяч. Поставил на 100%, а какого-то прогресса, ну, ни хрена нет. Честно. Так, давайте все пока что переместим в Дели. Да, то есть в Дели и начнем. Население доступно для призыва. Дели 40 тысяч. Вот эту всю армию призывать с вами. Ну, как бы. Да, и удар. Прям призываем реально много. В принципе, денег у нас достаточно. Баран. Я не баран, ты баран. Ну, прям у нас как-то реально дохренище войск получилось, я могу сказать, на 100 тысяч где-то. Значит, давайте все в Дели, как бы, да. Дели — это наша столица, все идет в Дели. Великую столицу Индии, да. Вот. Мы можем, кстати... По приколу завоевать Британию. Она нас раньше завоевывала, и мы ее можем. Кстати, идейка неплохая довольно, поэтому... Да. Думаю, мы ее осуществим в этом прохождении. Хотя я не могу это назвать полноценным прохождением. Это, наверное, будет так, на одну серийку, знаете. Сейчас я проверю, сколько мы уже записываем. Записываем мы уже 9 минут, как бы, да. Думаю, я успею реализовать свои планы. Если не успею, то придется... как делать вторую серию. А вторую серию я не планировал по этому прохождению, но если вы захотите, как бы, да, надеюсь, хотя бы это прохождение будет нормальным, и я смогу его завершить. Если не смогу, то, ну, я не знаю, что мне делать, как бы. Сейчас вроде через ОБС снимаю, поэтому все должно быть плюс-минус. Кстати, пацаны, хотите ли вы на этой неделе, возможно, увидеть стрим по-аотски? Я буду очень рад, как бы, это услышать. Ваши, как бы, 800 тысяч, а? Ваши предположения, ой, не предположения, а ваши идеи. Вот. Если да, то, как бы, пишите в комментах, да, хотим стрим, и я его
Думаю, в ближайшее время попробую устроить. Но не обещаю, что он будет крутым и то, что там не будет лагать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать. Это сколько? 13 на 8. Ой, давайте, может, лям 300. Ладно. Давайте лям 300 как-то, ну, сделаем. И вполне, думаю, можно начинать. Так я не думаю, то, что нам хватит этих войск. Но я хочу, чтобы прям по 100 тысяч в каждой ячейке было. Это прям вообще имба будет. Вот, калькаванти. У меня реально мышка, что-то, я не знаю, как-то очень похуал. Уж я как-то двигаю с утра, не знаю, никак. Может, да, может, нет. Тут вообще коврик, не знаю, плохой у меня. Хотя вроде норм. Вот. 28, 26. Ну, как по мне, неплохо войск, в принципе, мы призвали с вами. Не знаю, думаю, этого может уже хватить как-то, я не знаю. Не хочу призывать лям 300, окей, тогда. Сколько у нас лям 100? Ну вот, плюс-минус, нам этого уже хватает. Давайте уберем исследование. И ни хрена, вот просто ни хрена нам не дало это исследование. Где? А нету, все. Бред какой-то, я не знаю. Может, это инвестиции? Нет, это среднее развитие. Я хз, тогда ладно. Все, теперь все системы тупо ждем, пока все войска придут, как бы я делаю скорость 6. Вот. Кстати, пацаны, хотите ли вы ролик по моему моду? А, я не запустил, ладно. Напишите в комментах, я могу сделать какое-нибудь прохождение в моем моде. Вот, за какую-нибудь страну, как бы. Вот. Во второй альфе, конечно же, мы сейчас готовим выпустить уже бетку. И думаю... Все, хотя можем и продолжить разработку, просто у меня как-то идеи на Евромайдан закончились, то есть просто сейчас попилим Беларусь, сделаем страны, там все дела, и начнем делать какой-нибудь новый мод, там, например, про Советский Союз, я, кстати, люблю эту тематику, можно реально сделать, как бы. Ваши идеи для мода, напишите в комментариях, пожалуйста, что-нибудь альтернативное, я не люблю как-то вот реальное делать. Можно и реально, если мне понравится идея, как бы предлагайте в комментах. Я обязательно буду делать мод, да. Но если не будет идея, как бы сам попробую идею воссоздать. Ой, не воссоздать, а сделать, придумать идею, да. Вот. И сюда идет 100 тысяч, а тут что? Мне надо сенсу повышать на мышке, что-то вообще. Вот 6 лямов, господи. Изыди ты нахрен. Налоги, нет, давайте налоги убираем полностью. Ух, нихрена у нас налогов идет. И товары прям вообще на лям. Все, 28 ходов мы можем тупо сидеть, как бы чилить. Возможно, чуть больше, ладно. Что ж, сохраняемся с вами, да, думаю. Так как я не уверен, что я это вытяну как-то. Ну, попробовать стоит. Таб не нажимается у меня, как обычно, клавиши нет. Объявляем войну и начинаем наступать. Давайте с вами идем. У меня брат шумит. Так, давайте. Сюда. Столицу заходим, кстати. Нам нужны здесь войска, куда они ушли. Вроде бы армия их атакует, но не сказал бы, что хорошо, я-ля. Окей.
Там они дали отпор нам небольшой даже. Поражает. Все, вот здесь они больше не пройдут. Можно как-то окружать их, можно сказать, столицу. Здесь набирать еще войска как для контрнаступления на нее. Угу. Так, и там нам дали отпор, окей. У нас здесь есть войска. Ой-ой-ой, я случайно один ход пропустил. Сюда идем, продолжаем. Можно атаковать, думаю, сейчас потихоньку. Столицу, ага, неплохо. Столица есть, прекрасно. Так, столица наша, прекрасная, как бы. Но не прекрасно то, что у нас здесь вообще населения нету. Это во-первых. Во-вторых, мы не можем нормально сдержать напор в войсках, да. То есть вот здесь прям так лям 300 нам бы здесь пригодился. Но потихоньку они сдаются, в принципе, как бы. Все, победа наша. В смысле, почему, почему? Сюда идем. Вот так вот. Вот так вот. Нет, да господи. Сколько можно уже? Я ненавижу это пешкоедство в Аутске. Ура! Все можем забрать? Можем все забрать. Как приятно и вкусно. Ох, ну это было сильно, как по мне, да. Очень жестко и очень как-то... Вот мясорубка при взятии... И слайм-банда какого-то. Это за, что за столица? Не слышал я никогда о такой. Идем сюда. И вот сюда. Так, что ж, пацаны. Хотите ли вы видеть продолжение, как бы, о вхождениях Индии, в завоеваниях ее? Если да, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите в комментариях, что хотим продолжения, и я его обязательно сделаю. Всем удачи, всем пока!